Всем мэраба, дорогие зрители, я сейчас нахожусь в районе Махмутлар, хочу предоставить вам 2 плюс 1 в проекте, который был сдан в 2016 году. Есть хорошая инфраструктура, тут у нас прихожая, первый санузел, проточил водонагреватель фирмы Bosch, ну, хорошая душевая кабинка здесь. Стиральная машинка фирмы Бека А3+. Здесь первая спальня, где-то 15 квадратных метров. Кондиционер фирмы Чилик. Вся полезная площадь минимум 95 квадратных метров. Полезная площадь, и в новостройках редко кто так строит. Потому что есть два санузла, но есть один большой балкон. Не два, а один. Вытяжка. Ну, форточка. Можно вытяжку сделать. И гостиная комната, совмещенная с кухней. Холодильник фирмы Бека. Плита Бека. Духовки нету, но есть сани, микроволновка. Квартира продается под ключ. Гранитная столешница. То есть этот островочек. Высокие потолки 285-290 сантиметров. Кондиционер Арчелик А++. 18 тысяч БТУ, похож. Здесь тоже Арчелик. Это у нас вторая спальня, но сделали как гостевую. Туда можно установить шкаф платяной до потолка. Также есть выход на балкон. Сторона восточная. Тут у нас 13,5, 14, ну почти 15 квадратных метров, если учесть эту лазику. И в этой стороне большой балкон, расстояние до моря максимум 300 метров. Она около улицы Барбаросса. Так, звонят. Так, здесь есть детский парк прямо рядом, вот видите, да, новый установленный. Это стык улиц Ататюрка и Барбаросса. Вот это Ататюрка. И в этой стороне, за этим зданием, улица Барбаросса. До моря максимум 300 метров. Может быть и меньше, 250. Французский балкон, там продолжение. Так. Сторона восточная, вид на горы и на соседнее здание. На горы отсюда кусочек есть. Глазами все видно вот так. Даже вот так видно глазами. И отсюда видно. Глазами вот так видно. Так, что есть? И сейчас спущусь я вниз. Я покажу вам территорию и инфраструктуру этого здания. На этаже у нас 4 квартиры. Лифт вместимость 4, 5, 6 человек, все зависит. Постройки есть? Нет. Ну, а здесь крытый бассейн. В этой стороне зона барбекю. Бассейн большой, в длину. Тут беседки. Зона барбекю, ухоженный проект. Айда 450 лет. В той стороне есть фитнес. Сауна. Сауна тоже должна быть здесь. Или в том блоке, кажется. А, нет, вот сауна. Ну, темновато. Зимой работает все. А здесь римская парная комната. Санузлы. Тут фитнес. Детский бассейн.
Тут игровая зона, детская игровая комната, бильярдный стол. Там люди стоят, не буду заходить. Вот бильярдный стол, теннисный стол. Дорогие зрители, звоните по номеру 90-555-064-91-10. Цена квартиры 153 тысяч евро. Хорошая локация, рядом есть вторичный рынок по Махмутлара по вторникам. И вся инфраструктура для жизни на улице Барбаросса, а также Ататюрка. Всем пока-пока.